Я запустил ракету. И мы сегодня находимся в музее полетов. И сегодня я взял сегодня вас, чтобы все посмотрели, какие огромные здесь мощнейшие самолеты. Вперед в путешествие! Теперь ты видел все. На 787 самолет. Вот. Ну что, понимали размерчики, да? А так он огромный. Руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть замков. С одной стороны. С другой стороны. Я познакомился с пилотом. А, в 2009 году он летал. Ой, ну вообще, слушай, как она на землю. Как на землю она бахнула. Он даже по-русски написан. Радиация. А, кстати, вот эту, да, они строят. Я тут... Она... На НАСА канале, как они это развивают, этот рукав этот. Очень прикольно. 20-х годов здесь. Пропеллер деревянный. Музей просто, просто бешеный, французский. Но история они классно тут замутили. О, ужас. Ух ты, вот этого я еще не видел. Патроны подаются, вон магазин там. Да, прикольно. Я в шаттле. Так, сейчас мы пойдем самое интересное. Или, в принципе, пошли туда наверх, в этот шаттл. Поднимемся. Камер куча. О, экскурсия отличная.
in the space capsule. And so it gives an appreciation for how the Russians have stuck with a time-tested... И 79-го года сколько запускалось. Вот здесь вся американская такса. Все в небесах. Так, пытаюсь я снять что-то на этот на телефон, но просто телефон размеры такие огромные, что в телефон вообще он не влазит, ни один самолет, ну я имею в виду из таких пассажирских. Птица вообще просто огромная. Типа здесь такой карман. Шасси, когда он взлетел уже, шасси раз, поднимается и пукс, и спряталась, чтобы топливо не терять. И полетная школа. Так, ну, мы продвигаемся вперед с пилотом. Мы с пилотом, друзья. Мой друг Джон. Он пилот. Моторы, я не знаю, с чем сравнить, но это какой-то, наверное, джип Брабус с плюснутым положением. Шасси вообще просто нереальных размеров. Ну, круто. Теперь сравним этот моторчик. 747. Очень много техники, русской техники, еще там в другом здании, которое связано с Россией и СССР. Потому что космос это единственный вариант и способ, который соединяет Америку и Россию. Это единственный, это космос, это небо. С такой стороны. Такой Marines. Наблюдаем, будут взлетать два частных этих самолета. Не знаю, видно, не видно будет. Вся почта, которая идет таким способом. Как бы у каждого самолета своя история, то есть уже это походу у кого крылья складываются, это корабельный. Этот авианосец, он садился, тоже какой-то списанный. Здесь практически все списанные, кроме вон того, вот 787, этот боинговский. А этот вот 747 уже списанный. Много самолетов списанных. О, почтовик вот этот вот. United. Дешевая какая-то, не знаю, что с ней случилось. Ну, не Bridgestone, это какой-то BF Goodrich. Поставили такое. Бугатти делает тормоза для самолетов. А теперь ты видел все. Вперед в путешествие. Так, сейчас мы наблюдаем второй в ожидании. Я тут прекрасно так примостился.
А, это малинка. Ты на рынке был? Да. Знакомьтесь, это Колян.